В Нью-Йорке прошли торжества, посвященные Дню первого президента и предстоящему Дню независимости нашей страны. В знаменитом Линкольн-центре с аншлагом прошел гала-концерт театра «Астана-балет». В этом крупнейшем комплексе культуры и искусства США размещаются Метрополитен-опера, школа американского балета, здание Нью-Йоркского филармонического оркестра и другие известные мировые центры. Поклонники искусства насладились оригинальными хореографическими миниатюрами в исполнении артистов «Астана-балет».